Chao, Marta. Что-то нехорошо видно тут. Дела отлично. Вот хотела поспать чуть-чуть, а не получается. Нет, волосы не часто крашу. Изменилась я, но мне кажется, все мы как-то, ну, на протяжении времени как-то изменяемся. Меняемся. Не знаю, если продается в России BioPoint. В Италии точно можно найти в любых магазинах. Чао. Такая красотка, особенно когда улыбаешься, самая красивая. Спасибо. Но я редко улыбаюсь. Том Форд Табако Ваниль. Буона доменика, грация, кета. Нет, мы не с Женей. Скучаю по этой твари. У Криси Руслана все хорошо. Да, у меня Венеры. Пришла на проект, чтобы, ну, найти свою любовь, как и все. Вешу я где-то 48-49, я уже потолстела здесь. Я была год назад, но я мало была, 3 месяца где-то там была. То, что мне предложили, и вот я решила вернуться на проекте. Мне их подарили. Кроссовки Balenciaga. Ну, слушайте, они везде продаются. Это карандаш, не помада. Kiko 500-306. Женя даже не собирается в Москву. 1,67 м. Моя татуировка на руке означает Анжела и Василий, мама и папа. Да, я очень позагорала здесь. Не знаю как, даже солнца нету, но на лобной, когда мы сидим, вот мы загораем. Женя у себя в комнате. Я живу вот со своей подружкой, она сейчас убирается. Твоя любовь Италии — это я. Да? Да? Я по тебе очень сильно соскучилась, зайка. Кларк Варбеска Романа. Привет, Одесса. Вес у меня сейчас где-то 48-49. Я потолстела, потому что здесь только жрешь целыми днями и ничего не делаешь. Где-то 6 месяцев училась водить машину. Нет, мы с Женей не пара. Зайди к Жене в комнату, мы у него спросим, какого черта он не с вами. Слушайте, с какого черта вы думаете, что это он со мной не хочет? Это, ну, мы обоюдно решили, что мы вообще разные люди. Я по тебе. 1,67 м. Женя у себя в комнату. В комнате. Я не знаю, где. Я не слежу за ним. Не знаю, где Женя. Пью энергетик. Да. Часто пью энергетик. А почему ты не идешь домой? Пару ты не ищешь. Что там пишешь? Любишь своего бывшего. Я бывшего люблю как человека, не как мужчину. Так что отстаньте от меня. Это я по пьянке ляпнула о том, что я люблю бывшего. Венера, да. Крис, еще не думала к Руслану в комнату переехать. А то вы у нее спросите. Ты переехала к Руслану? А? Что? Я кушаю, нет. Почему? Ответь, все спрашивают, почему Крис не решилась заселиться с Русланом. Вот, видите, она даже мне не отвечает на этот вопрос, она сама не знает, почему. Она даже не готова его поцеловать. Угу.
Хорошего дня и вам тоже. Мне кажется, если ты подкачаешь свои губы, вы будете очень похожи с Яной Шуфеевой. Да вы что? Какое любимое блюдо? Мне нравятся устрицы. Я очень хочу устриц. Love you, darling. Thank you so much. Так. У вас очень оригинальная внешность. У меня? Спасибо. Нет, у нас есть повар, он готовит нам. Да, у меня композитные Венеры. Вы сами говорите, что вам из еды купить или вам... ну да, у нас есть список, мы там пишем, что мы хотим. Нет, на поляну не хочу ни в коем случае. Да, мы здесь загораем. И капаклы. Я не успеваю читать все ваши сообщения. Привет, Львов. Испанский... Оля? Мало, 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 вообще мало знаю испанский. Как тебе дается изучение местного языка? Слушайте, я уже выучила. Ты меня бесишь, это... сейчас как будет... Уагасмо, я тебя люблю. Мункуту-у. Ну, короче, он похож на французский, и мне легко дается выучить местный язык. Ромашов у себя в комнате. Я еще раз вам говорю, блядь, хватит спрашивать о Ромашове. Где Ромашов, где Ромашов? Не знаю. Я не знаю, когда они улетают в Москву. Они сами не знают. Когда руководство решит, тогда и улетят. Покажу море. Сейчас покажу. Сейчас поверну камеру и покажу. Покажу. Вот. Это вид с нашего окна. Подождите, я протру камеру. Вот. Это вид с нашего окна. Нет, Якуб не придет на Дон-2, потому что у нее все хорошо в личной жизни. А вот и Руслан идет. Как тебе новенькая девочка Лейла? Никак. Увидите в эфирах. Мало общаемся. Спасибочки. Спасибо. Тебе подошел бы Бабич. I don't know. Крис кузнеш песадьер кари. Гнаешь, да, а я русским гнаешь. Давайте я вам покажу вот этих клубков. Вот с фрет. Писает, но очень скоро. Нет, не очень скоро. Она хочет. Хочет, но стесняется, просто стесняется. Она еще пока мне до конца не доверяет, меня не знает, но я уверен, что в ближайшее время я оправдаю ее доверие. И мы будем целоваться. Mm-hmm. А есть у тебя крем для лица какой-нибудь? Да. Увлажняющий. А зачем тебе крем? Она меня брила, ты понимаешь? Пойдешь со мной взять корзину для... Конечно, спасибо. Пойду. Конечно, пойду. А может, это любовь? А если это любовь? Не надо это показывать. Ну, я могу сказать, обо мне так никогда в жизни никто не заботился. Да? Угу. Любимый аромат на данный момент – это... Любимый аромат на данный момент – это запах любимой женщины, если что. Нет, они меня спрашивают. А, тебя? У меня нету женщины. Угу.
Интернет даются после 3. Тебе бы подошел Захар Саленко. Давай с ним строить отношения. Да, блядь, сейчас прям позову его на проект и буду с ним строить отношения. Вот говорят, что это не любовь у вас. А что у них тогда? С Ромашовым никак. Наоборот, меня на другого мужика поменял. Какая там любовь? Такая хорошая девушка, ваша подруга. Не надо с этим противным. Да нет, он хороший. Да, он хороший. Он очень хороший, он очень старается. Противный. Хороший? Да. Да? Это тебе это решать. Видишь, зрители говорят, что я противный. Да не противный он. Он реально очень хороший. Не, ну он хороший. Если я изначально не верила ему, думала, что он как-то играет, сейчас я убедилась в том, что Руслан вот настоящий мужчина. Они с Русланом классно смотрятся, согласна. Я сказала, любимый аромат это Том Форд, табак и ваниль. Руслан и Крис вместе? Нет, пока они не вместе. Они просто друзья. Руся клёвый, согласна. Вот, Русь, смотри, сколько комментариев. Вот смотри. Без камер. Вот смотри. А, что здесь будет, мы узнаем в следующих выпусках. Сейчас на вас смотрит 235 человек. Все. Все так быстро? Да. Ну, это первый раз у меня давно не было. Сейчас отдохну. Немножко. Анонс. Так, давай за корзину. Пойдем, только тебе очки зачем, там дождь идет. Потому что я должна поставить. Так. Вот комментарий. Хули толку, что он хороший, если у нее не стоит на него? А у меня что, есть? Так ты вчера сказала, что у тебя есть. Да. Кто нравится на поляне? Скажи, зато у меня стоит на нее. Руслан, mi sembra che vede per la prima volta una, che vede per la prima volta una donna. Ah, sì? Così mi hanno scritto in italiano, ma non so chi è. Что это значит? Объясни ему на русском. Объясни мне, что это значит. Телефон все равно сейчас вернется. Кого и еще из мужчин на острове ты считаешь достойным? Да, ну, Леша достойный, Руслан, Игорь, который с Щегловой, Никита Рудаков. Да, в принципе, все парни хорошие. Ромашов, Захаряш. Захаряш для меня недостойный. Как тебе новенькая Аня? Хорошая девочка. Нет, Захар не нравится мне. Ну, нас всегда снимают. И сейчас в том числе. Я не хочу на поляну. Мне очень тут нравится. Особенно вот когда вот такая слушай, погода. Давай я сам скажу. Вот видите? Да идите под дождем, чё? Она же говорила поцелуй под дождем. Вот. Это он для тебя заказал дождик. Крис, я заказал дождик. Вот представляете, вот Крис вчера сказала, что она поцелует Руслана, когда будет дождь. Вот сегодня дождь настал, и мне кажется, сегодня будет поцелуй. А вы увидите это через неделю. Вот, один пишет, я тоже Руслан, давай замутим счастье. Женя не для тебя. Ну, согласна. Нет, у нас не по сценарию. Не, у меня сценарий, мне сказали влюбиться в нее. У Захариша с Лейлой выходной? Спросите у них. Какой Захар еще? Вы что, с ума сошли? Вот бери ее сейчас, вот под дождем. Я вам сделаю такое красивое видео. Вот, давай, вот прям. Пойдем. Вот не бойся, что будешь. Давай, бери все свои руки. Сейчас я посниму. Сейчас. Ребят, смотрите. Давай, давай, бери все свои руки. Давай, давай. Блядь, ну не бои, не бойся ты. Я бы сейчас пошла Ромашова взяла бы. Я не боюсь. Ладно, не надо. Смотрите, как круто. Вот, давай мне, давай мне, давай покажи подписчикам, как я под дождем. Держи. Вот смотри, как... Короче, все, забрал я у нее прямой эфир. Больше она к вам сюда не выйдет. Все подписчики, переходите на меня, подписывайтесь. От нее отписывайтесь. Да, я в трусах. А, она в трусах, ну-ка. Вот, смотрите. Вот это реально любовь. Только одна, блядь. Иди, не бойся.
заканчивается. Я хотела проводиться. Аккуратно. Почему дождик закончился? Я хотела пройти. Дождик идет. Ты что? Смотри, не видно ничего. Женя! Давай еще раз. Еще раз Женю позовем. Женя! А Женя спит. Он тебя все равно не слышит. Так и сон, душа. Короче, ребят, у нас очень красиво. Очень романтично. Приходите ко мне, я вас жду. Достойный мужчина, пожалуйста. Умница, ты классная, позитивная. Искренне люблю, очень красивая девушка. Пишет тебе, да, да. Так, пропиар меня хотя бы. Пропиар ее? Короче, ребятки, Крис — это одна из самых топовых участниц нашего проекта, самая добрая, милая, открытая, позитивная. Она всегда за... Русик, как ты? Отлично. И она всегда за настоящие чистые отношения. Поэтому... Меня патроны, тебя застрелили, если ты плохо говорить обо мне. Я тебе никогда не говорил про тебя плохо. Ты только плохо, что меня когда-то говорила. Да. Короче, вы видели, как у нас тут красиво? Сейчас я вам покажу. Вот этот наш оператор. А можно тебе? Артём, да. Вот смотрите, он работает для нас. Красивенький такой, вагасмо. Вот здесь камеры, вот здесь у нас бар, люди бухают тут. Вот, видите? Так, что еще? Руслан, да, Руслан классный. Вот подождем, реально круто. Я не знаю, почему людям не нравится подождем, но реально здесь круто. Так, что еще? С Ромашовой, если... Женя у себя в комнате спит, он целыми днями спит. Так, захаряшка всех на пути. Чё? Я хорошо отношусь к тому, что Женя улетит в Москву, потому что я за то, чтобы он разобрался в себе. Женя не живет здесь, в бунгало. Женя живет там, на вилле. Это далеко, я не пойду. Не упусти момент и красивую погоду. Позови еще раз Женю. Женя спит. Женя красивый парень. Красивый, красивый, не знаю. Нормальный. Что за тупой вопрос, почему сняла сережку с другой дырки? Ну, потому что хотела. Так, почему вы не пара? Потому что... Короче, у нас так круто, так классно. Вот реально мне так нравится, вот когда дождик, вот эти волны, мне, я прям обожаю. Смотрите, как у нас классно. Чё там? Мне 26. Привет, Джонни! Приветики, пистолетики. Лейла ни с кем. Есть проектная нуждю. Дожди там очень часто идут, да, и мне это очень сильно нравится. Балдею, да, прям балдею, очень-очень круто. Thank you.
Где все? Ну, все по домам, потому что у нас сейчас сиеста. Сейчас у нас сиеста, все отдыхают. Разбуди Женю. Не буду, потому что потом будет злиться. Нельзя так. Так, не пойму, как можно устать от острова. Там такая красота. Я тоже не понимаю людей, которые устают от острова. Мне тут нравится очень. Ну, не знаю, как получится, долго, недолго. Нужно отойти? Вот так? Так. Да, заезд, мы свой плай дела, Виченца ла Сейшел. Ну, весело, не весело, я одна могу веселить себя. У нас свободного времени где-то 4 часа. Что мы делаем целыми днями? Живем. Спасибо, моя фан-группа. Да, я уже была на проекте год назад. Здравствуйте. Нет, барышек, не сани. Я близнецы по гороскопу. Такая милашка, такой нёшка. Спасибо. Позови бывшего на Доме 2, а нахер мне это нужно? Нет, я найду лучше. Фан-группа Юля Белая Фан. Давайте раз и навсегда вам отвечу на этот вопрос. Что с Женей, как относится к тому, что вдруг он померится с Белой? Я скажу так, я буду рада, если они померятся, потому что если у него есть чувство, у нее есть чувство, это судьба. Я хочу Жене только счастья, я желаю ему это счастье, потому что я вижу, что он какой-то загруженный идет, ну, ходит в последние дни. И если он решит с ней помириться, я буду только рада за это, за ним. Так что я никому не мешаю. Vorbește în română. Păi eu răspund la întrebări care îmi dau în română, care în rusă. Как-то препелиться. А кто живет сейчас на Вине? Ну, Сережа с Женей, потом Никита с Алиной. Юлия Щеглова с Игорем и Руслан. Нет, не соблюдай диету. Две бусинки на проекте. Очень приятно за вам с Крис наблюдать. Удачи вам и любви. Спасибо большое. Жду, конечно, приходов. Потому что ну, пока я смуглянка. Близнецы и Овен несовместимы. Я знаю, у меня бывший муж был Овен. Баснят! Ой, блядь! Аккуратно. Сейчас я сломаю ногу. Не надо. Нет, мы не с Женей. У нас есть личный повар. 8 июня у меня день рождения. Вы рейтинг подняли острову своим приходом. Молодцы, девчонки. Спасибочки! Нам об этом уже сказали, честно. Нет, меня не кусают комары. Вот меня кусают, но комары меня не кусают. Я со всеми общаюсь нормально. Моя подружка убирается. С Русланом? Нет, Руслан с моей подружкой. Они молдаваны по национальности. Аня живет в бунгало, где была Захарова.
У меня вес 65, хотела сказать. 45 килограмм. 45 было, сейчас я потолстела где-то 48-49. У меня Венера, да. Прикольно материшься. Но я стараюсь этого не делать, потому что некрасиво, когда девушка матерится. Ну, когда я очень злая и нервная, ну, бывает такое, что я матерюсь. Крис, да, молдаванка. Откуда итальянский так хорошо знаешь? Потому что я уже живу там 5 лет. У нас тепло, да. Несмотря на то, что есть дождик. Я знакома с Крис уже 7 лет. Волосы красу. Давайте зайдем в гости. Хотите? Вот смотрите, чем занимаются ленивые люди. Думала, этот спит, этот не спит. Вот этот спит, вот смотрите. Дань. Вот все спрашивают, где Даня, где Даня? Даня спит. Ты знаешь, что телефоны сдали? Да, нет. Есть. Я возобновляю силы. Вот, короче, он устал. Я как ребенок. Он каждый день строит отношения, и сейчас он просто подустал, и вот смотрите, как он сладко спит. Кстати, я тоже так сплю, с подушкой. Вот видите, вот они качаются, пьют какие-то протеины. Вот Даня молодец, Даня качается, не то что некоторые бухают только. Так, что вам еще показать? Вот это устрица, которую мне Женя ее подарил. Что-то она грязная уже. Но это не устрица, это ракушка. Но он мне сказал, что это устрица. Здесь наше бунгало. Вот это Крис, она убирается. Вот это ее кровать, где она спит. Этого мишку я подарила сегодня, покажет в эфире. А здесь я сплю на маленькой кровати. Потому что здесь ловит интернет. А вот эта книжка мне очень сильно нравится. Я сегодня прочитала ее. Пока я не я. Вот. Что вам еще сказать? Лейла с Сергеем? Не знаю, ребят. Спросите у них, что вы не спрашиваете. На пол. До свидания, Людат. Крис по гороскопу Стрелец. Да, у нас дождь. Как подписаться к Крис? Ну, смотрите, я подписана на нее, она там написана. Как ты написана? Кристине. Как у Крис дела? Все хорошо? Ты отметила меня на фотографии твоей. Да, я ее, ну, в многих фотографиях я ее отметила у себя в ленте. Давно переехала в Италию. После проекта уедешь туда-обратно, конечно, там же мой дом. Спасибо. Ну, не знаю, сохранить, не сохранить эфир. Какой-то некрасивый сегодня эфир. Как насчет строить отношения с девушками? Как насчет того, что вы можете идти застрелиться? Не хотите? Так, твой комнизу пекстина сама гла проект сауфуз дринцаей.
Я вам комментирую. У меня молдавское и румынское гражданство. Крис тоже с Молдавии, да. Крис, смотри, сколько вопросов о тебе. Почему ты не заходишь в прямой эфир и не говоришь со своими подписчиками? Я не понимаю, почему я должна за тебя все говорить? Бери телефон, заходи в прямой эфир и научись провести прямой эфир с подписчиками. Нет, ты должна делать им приятное и заходи в прямой эфир и ответь им на вопрос. Почему не хочешь? Ребят, вы хотите, чтобы она зашла в прямой эфир? Вы хотите, чтобы она зашла в прямой эфир? Я буду этого делать, но не сейчас. Она сказала, что она будет делать, но не сейчас. Вот все пишут, да. Дружим мы уже 7 лет. Да, у меня патрон есть. Если хотите, могу вам его дать и можете застрелиться. Se bellissima come la tua amica Violetta, grazie. Merci. Вот, все говорят, что они тебя ждут в прямой эфир. Вас там обоих в одно время позвали. Вы такая искренняя, но ваша подружка очень грубая, без юмора. Она не грубая, вы что? Если она грубая, то я кто? Нет, сейчас на данный момент они не могут лететь с поляны. Про зарплату мы не можем ничего говорить. Я не знаю, почему так плохо слышно меня. Понятия не имею. Ладно, ребят, короче, я вас оставляю. Вас целую, еще зайду и поговорим. Хорошо? Все.